Пришла очередная жуткая новость, у певца Стаса Пьехи не выдержало сердце. Вас приветствует Stars Exclusive, и сегодня мы расскажем вам подробности случившегося с певцом. У него диагностировали инфаркт. Минувшей ночью 42-летнему артисту стало нехорошо, и он выразил опасения по поводу боли в области сердца. Медики, прибывшие на место, поставили диагноз стенокардии и незамедлительно доставили Стаса Пьеху в Боткинскую больницу для неотложного вмешательства. Там артисту была проведена экстренная операция с целью предотвращения возможного инфаркта. Певца Стаса Пьеху госпитализировали в Боткинскую больницу в Москве, где он находится в кардиореанимации. По предварительной информации, его состояние ухудшилось в течение прошедшей ночи из-за проблем с сердцем. Врачи выявили у него стенокардию и немедленно приняли меры. Пьеха сам пожаловался на дискомфорт в области сердца и в настоящее время находится под постоянным наблюдением медицинского персонала. Вначале Роман Петрухин, пиар-менеджер артиста, отрицал информацию о госпитализации, заявляя журналистам: «Нет, он не госпитализирован. У него запланированы съемочные дни. Поэтому я не понимаю, откуда у вас такая информация о его госпитализации». Однако сам певец подтвердил свое пребывание в Боткинской больнице и рассказал о проблемах со здоровьем в социальных сетях, опубликовав фотографии из скорой помощи и больничной палаты. «Внезапно я снова осознал ценность жизни и ее хрупкость, хотя понимал возможные исходы, так как моя кардиограмма не удовлетворила бригаду скорой помощи, и меня доставили в Боткинскую больницу, где провели полный спектр сердечных исследований», — написал он в социальных сетях. По словам музыканта, результаты коронарографии оказались обнадеживающими. Артист призвал своих подписчиков заботиться о своем сердце и избегать перенапряжений.